теперь по себе есть. Сейчас я покажу, как очень быстро и качественно сделать грибы во фритюре, буквально за 5 минут порции. И причем с корочкой, с помощью строительного фена. Сначала мы, как обычно, во фритюре жарим грибы. Получается буквально 5 минут. Получаются такие надутые пончики. Обжариваются. А потом, чтобы сделать корочку и выгнать лишнее масло, возьмем строительный фен. И с помощью строительного фена доведем все до ума. Опускаем масло. Примерно 5 минут жарим во фритюре. Пока жарятся грибы, режем лук. Грибы готовы, прошло 5 минут. Включаем фен на максимальную температуру. И делаем корочку. Сейчас будет видно, как грибы раздуваются, становятся как пончики. И будет получаться корочка. Сейчас будет видно, как образовывается корочка от воздействия фена. Грибы доходят и стекает лишний жир. Сними с этой стороны, как они зарумяниваются. Осталось посолить. Так, жира лишнего нету. Теперь загружаем лук. Теперь то же самое делаем с луком. На луке будет очень наглядно, как образовывается корочка. Точно так же лук 5 минут готовим на смесью. Ну вот лук. Прошло даже меньше 5 минут. Сейчас мы его зарумяним. Красиво. Это будет просто офигенно. Картошка. Вот
также делаем картошку. Вот картошечка наша готова. Внутри прожарилась. Осталось только сделать корочку и сдуть лишнее масло. Верхний слой снимем. А нижний еще подрумяним. Супер блюдо готово. Грибы, картошка и лук.